Всем привет, это Energy Battle, четвертая часть, Томск. Мы только начали, но и уже жарко, танцпол очень горячий, музон прокачивает. Всем все круто и все весело. С нашими гостями познакомимся из Новосибирска. Здесь не только Томск присутствует. Идемте к ним. А вот и наши гости из Новосибирска. Как доехали? Доехали хорошо, только так не выспались, молодцы. Не выспались. Да, но чемпионат помогает нам восстановить все силы. Как вам наша туса? Вообще все супер, замечательно. Все интересно. Да. Организация хорошая. Да. Организовали, то есть хорошо, что совместили вместе хаос, хип-хоп, да. Что не забывают еще, да, другие культуры. Это не первый раз, я знаю, у нас. Приедете ли вы к нам еще? Конечно приедем. Обязательно, да. Парни, вы чем занимаетесь? Электроденс. Что, это электроденс рулит, это правильно? Конечно, да. Как же без этого? Спасибо. Пика. Цица. Check it out. Теперь мы возьмем интервью нашего судьи Егора Прусова. Представься, пожалуйста. Привет, меня зовут Егор. Егор у нас судит первый раз. Расскажи, как эмоции, ты уже отсудил немножечко, пару часиков. Как тебе туса? Мне нравится туса, вообще танцоры, огонь. Сейчас отсудили хип-хоп, вообще было круто. До этого был электро, дэнс, начинающие. Скоро будет профессионал, я вообще жду не дождусь. Мне кажется, будет мясо. Да? Спасибо, я согласен. Будет мясо? Будет мясо. Я не люблю вегетарианские тусы. Представься. Это телевидение? Да, это Fingers TV. Меня снимают. Представься, пожалуйста, диджей. Меня зовут диджей Sunshine, Ака, Иха, Мария. Skills Flavor, йоу. Как вам наша туса? Класс. Особенно, да, вот мне очень нравятся дети, как танцуют. Да? Да. Ты еще? Сегодня танцую, потому что сегодня у меня другое предназначение. Я сегодня помогаю танцевать другим людям. Спасибо, ты очень круто играешь. Спасибо. Продолжай в том же духе. Спасибо. DJ Sunshine. Скажи, как тебе Energy 4? Крутотенюшка. Это отец моего ученика. Данила Гусарова. Данила Гусарова. В какой номинации он у вас участвует? Kids. А скажите, пожалуйста, сколько лет занимается ваш ребенок и как он попал вообще, как вы решили его отдать туда? История есть какая-нибудь? Третий год занимается. История открылся, когда клуб. От знакомых мы узнали, пришли сюда. Узнали, что будут преподавать электро. Что такое, не знали. Вот, навели справки, изучил информацию в интернете, познакомились с тобой, пообщались.
отдали в твои руки. Результатом очень довольны. Одним словом могу обозначить: шедеврально. Позитива очень много. Такой заряд молодежного движения, такой правильный, я считаю, правильный. Скажите, а как, в общем, вы были на всех наших Energy с первого, наверное, да, с первого по четвертую часть, и скажите, мы в правильном направлении двигаемся, и как вам общее впечатление от тусовки? Куча позитива, двигаетесь в нужном направлении, развиваетесь в геометрической прогрессии, так обозначу вашу планку, и пожелаю, чтобы порог вашего развития не останавливался, чтобы вверх, вверх и вверх. Мы только в космос, мы только в космос. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Света. Фингерс. А, так я понял, ты в Фингерсах занимаешься, да? Да. Как тебе тусовка наша сегодняшняя? Вообще отлично, собрались клевые, офигенные ребята. Очень здорово, очень интересно со всеми познакомиться, увидеть старых друзей. Привет, Новосибирск, молодцы, что приехали. Ага. Какими танцами занимаешься, какой стиль? Ой, в основном электро. Электро? В основном, да. Ты уже танцевала? Да, я, к сожалению, не прошла отбор, но я хочу пожелать удачи всем тем ребятам, которые будут в дальнейшем танцевать. Я видел твой отбор, он был нереально крутой. Это было круто. Все по музыке идеально. Твои пожелания нашему проекту Energy Battle и школе танца Fingers? Я желаю, чтобы Energy Battle, такая отличная традиция, была дольше продолжалась, чтобы собирала больше городов различных. Ну и больше народу, больше участников, хороших спонсоров, как обычно. Всего самого классного. Check it out.